ходе проведения оперативных мероприятий автомобиль с подозреваемым под предлогом проверки документов был остановлен на одной из улиц города Саратова инспекторами ДПС, после чего было произведено задержание. При личном досмотре у гражданина обнаружено около 4 граммов наркотических веществ, упакованных в специальные полимерные пакеты. В ходе обыска на квартире подозреваемого обнаружено и изъято около 2,5 килограммов смеси, в состав которой входят наркотические вещества синтетического происхождения. С какого периода времени занимаетесь преступной деятельностью по сбыту наркотиков? С апреля 2019 года. Каким способом наркотики сбываете? Закладкой. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Денис Желтов, Анатолий Чернов, дежурная часть, Саратов.